Что у нас сегодня по плану-то? Сегодня будем индейку пересаживать, сегодня будем все на свете делать. Инкубатор закладываем. Утку не забыть. Утку не забудем. О. Алло. Санёк, привет. Привет. Сань, ты сейчас дома? Дома. Ну, тогда выходи, встречай, я уже на подъезде. Все, иду, бегу. Кто это? Сейчас узнаешь. Пойдем открывать. Дядя Саша приехал! Не ожидала? А почему это сюрприз? Ребята, такой? Здорово! Ура! Санька, привет! Привет! Лена? Я тоже буду обниматься. Привет! А почему это мне не было предупреждено-то ничего, а? А это был секрет, это был сюрприз. Но это еще не все, ребята. Ну, конечно. Я прям даже вот... Я догадываюсь, что он везет. Живых кроликов вам не довез бы. Расстояние большое. Он так начал. Слава живых Богу, кроликов. Я что думаю, не живые. Саня, поэтому только вот так вот дровами. Ох, дрова. Ничего себе, дров-то много. Будут у тебя дрова. Александр, заезжайте почаще. Тогда нам не нужны будут живые кролики. И пробная палочка колбасы. Из кролика, между прочим. Ты начал колбасу производить? Еще нигде, между прочим, об этом не говорил. Да ты что? Да. Так что... Эксклюзив. Да. Смотрите. Саня. Лена. Обалдеть. Ну, это хватит питаться только птицей. Царский набор. Будете кушать еще кроликов. Так что это сюрприз с рыльских краев. Спасибо огромное. Лен, только одно дело. Приехал к вам с экскурсией. Ну, экскурсия не только для себя, а и также и для моих зрителей. Это я вам зарплату привез. Пойдет? Круто. Пожалуйста, пожалуйста, проходите, все, гости дорогие. Все, тогда у вас экскурсия. Конечно. Гоните их, гоните! Вот. Они назад пошли? Да, они тупые, блин, оказались. Тупые, а ты думал, куры умные вообще, да? А так зачем мы вообще курей гоняем? Это что за белые птицы? Саша, это не наши, надо выгнать срочно. А я думал, их нужно поймать. Нет, их не нужно поймать, их нужно прогнать. Срочным образом. Ну давай, и чего? Давай. Ты видишь, все. Одна ушла, тихо, вторую не бери. Давай. Пошло сюда. Оп. Это было такое боевое крещение, наверное. Конечно. По приезду сразу. А все, кто приходит к нам в гости, обязательно должны гонять кур. Понял, все. Я справился. Молодец. Отлично. Все, пошлите в птичники погуляем, пошлите по участку сейчас погуляем. Беру камеру и идем. Здесь будет индейка содержаться. 25 штук у нас сейчас взрослые индейки, она сюда переведется. Ну и Ленина здесь птица, здесь амерукана с двух сторон. Там галашеечка и легорн карликовый. Саш, ты будешь показывать наш индюшатник? Конечно. Давайте. Пожалуйста, пошли в павильоны. В павильоны, пойдем. Проходите, пожалуйста. К сожалению, не можем тебе показать виноград, знаем, что ты к нему неравнодушен, у тебя да, большая плантация. Да. Ты этим увлечен. Ну ничего, я зайду у вас на канале посмотрю. А? Когда хорошо ты откроешь. Хорошо. Нет, а ну, ты уже канале открыл? Я смотрю, все равно. Ведь вишенки это... Да, уже проклевывается. Да, только вот дубак все равно не весенний. Однозначно. Никак у вас. У нас холодно. Да, 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 холодно. Да и у нас вроде похолодало. Так. И там кто-то уже кричит, я слышал. Да, там да. Там кто-то уже тоже кричит. У нас все теплицы и парники заняты. Чтобы здесь не было ветра. Но если лето, если солнышко, то проблема возникает в другом. Здесь подожди, начинает... подожди, нас, кажется, снимают с двух. Точнее, тебя снимают с двух камер, видишь? Ой. Поэтому все, дубль не записан. Не записан. Продолжаем. Снова начинаем. Ребята, хорошо походить по тепличкам, посмотреть, но это ж не главное. Главное, я думаю, впереди. Ваш самый главный, сердце ваше. Бройлерный где? Курятник. Где? Пожалуйста, пойдем. Проходите. Погнали. Ну что, Саш, понравились? Да они такие, подобие бройлеров, только больше похожи на динозавриков. Я вот маленьких еще ни разу не видел. Забирай, Саш. А что с ними делать, ты мне скажи? Выращивать и кушать, ты не поверишь. Вот я что маленьких никогда не видел, и индюка, наверное, ел... Ну, может, в классе пятом угощали. Больше ни разу в жизни. Ну, тем более тебе нужно снова освежить, так скажем, воспоминания. А
ты мне хотя бы расскажешь, что с ними делать-то? Нет, Саш, не расскажу. А, вот начинается, конечно. Ты возьми, а что с ними делать, и не буду. А ты бери и будешь сам знатоком, и всем будешь рассказывать потом, что с ними делать. Смотри, они уже все. Они в тебя влюбились. Мы с ними уже подружились. Грузим тебе индюков. А я думаю, Маринка меня не выгонит. Ну, что же ей придется делать? Она увидит такую прелесть. Разве можно таких выгнать? Да их-то нельзя. А папку можно. Попробовать можно. Конечно. Ты же у нас еще тот экспериментатор. Кролики у тебя есть. Птицы у тебя есть. И замечу, все в белых тонах. Конечно. Тебе нужны белые индюки тоже. Уток Саше не предлагать. Цвет нет, не тот, правда? Не-не-не, цвет к дому не подошли. Это еще, кажется, муларды, да? Да? Нет, с мулардиками мы как-то не сильно подружились. Надо, может, повторить, а нет? Не-не-не-не-не. Мы как-нибудь лучше тогда вот этими кабанчиками попробуем разбавить. Попробуйте. Мы с вами, не переживайте. Главное, поддержка и помощь. Сметана с нами ходит в обязательном порядке. Да, сопровождает. Так, еще экскурсия. Все уже посмотрели вроде бы. Пойдемте в инкубаторий. Точно. Конечно. Яички сейчас заложены, нет? Конечно, заложены. Все, пошлите. Разве у нас есть сейчас по весне время и роскошь не закладывать яички? Ну да, весна. Ты это яйцо возьмешь? Закладывай. А как мне сарай переделывать? Сейчас у нас-то потеплело, конечно, Лена, но хочу сарай переделать, вот как у меня есть. Полы забетонировать, теплый пол даже сделать. Угу. А сейчас, если опять выведу что-то, я не знаю. Куда их тогда сажать? Поэтому с яйцом, наверное, пока нет. До ума надо довести сначала 300 моих строек, начатых. А потом уже можно работать спокойно будет. Тогда уже я буду только, ребята, дайте яичек. Будем думать тогда, что... Договорились. Саш, здесь и твои есть, уже укоренились, все нормально растут. Сань, ну давай тогда про виноград немножечко заснимем. Ну давай. Как я мимо могу пройти? Согласен, никак не пройдем. Давай. В инкубатории снимаются, слышите? Ну, вот там коробки, съемка в полном разгаре. Сюда. Давайте им помешаем. Ага. Так, но снова тут съемки в самом разгаре? Да, мы уже даже закончили. Сколько молодцы. Сколько мы по времени? Уложились. Часа три ходим. Ну около этого, наверное. Ну что, всего лишь 18 роликов, Александр. Ребята, экскурсия. Все будет хорошо. По кругу. Ну реально, у меня тут набита информация, так что смотреть будете не только у них, и у меня еще на канале. Но опять же, у них. Ты все секреты ты рассказал? А нет, кое-какие оставил. Хорошо. Ну, такой здесь... молодец, что к нам приехал, Саш. Ребят, вот вырвался реально, вот выдался такой момент, и вот решил все-таки. Самое интересное, заезжал к Диме Бочарову. Санька, угу. Лена, привет огромный от Дмитрия. Дима, видишь, я отдал. Все, как ты просил, привет я передал. Здорово. Ну, ему всегда взаимный привет, конечно, но ты уже к нему не поедешь, видимо. Нет. Как ты вообще решился такое хозяйство свое бросить на время, на какое-то даже? Просто, ну, захотелось реально, увидел, что у меня есть момент и к Диме заехать, и на ферму Каролину заехать, и к вам, и столько видео заснять. Будет интересно. И самому интересно было. И посмотрел по карте, что вы тут все так рядышком. Всего-то получилось вот до вас 800 километров. Или что-то даже... Нет, это от вас я уже посчитал. А круг у меня получился сейчас 900 с копейками. Саш, ну для бешеной собаки, прости, конечно, да? Это вообще не вопрос. Это вообще не вопрос, как бы. И в самом деле, ну интересно. Вот в последнее время на Ютубе понравилось именно вот это в гостях. Приезжаешь у людей и видишь что-то новое. Вот ваши видео, я там некоторые по 100 раз уже пересмотрел, какие-то нюансы. И все равно зашел те же сараи. Какое-то помещение, те же теплицы, уже как-то, опа, и уже что-то увидел другое, какой-то нюанс, потому что камера ничего не передаст, именно те ощущения, которые ты видишь, особенно вот эти малысни, которые там бегают, у меня-то не те объемы, не те размеры. Да ладно, у тебя тоже объемы и размеры, будьте здрасте, конечно. Значит, нам можно ждать на твоем канале шикарное видео гостевое о ферме. Все, будет и ферма, и у Димы успел немножко заснять, потому что, вы знаете, Дима не любит сейчас много выкладывать видео, а я все равно у него заснял. Ребят, ну и ваше, конечно. Ну, вам тут смотреть нечего будет, вы это все знаете. Поэтому будут видео, будет прям целая серия видео, и поэтапно буду рассказывать. Ты знаешь, всегда интересно смотреть на свое же хозяйство чужими глазами. Это твой взгляд, ну, будет, согласен, с индивидуальной, да, авторской ноткой, поэтому я думаю, что это будет классно. Я тоже не сомневаюсь и надеюсь в это. Ну все, ждем видео. Все будет, обязательно, ребята. Не буду вас задерживать. И сам не буду задерживаться. Помчусь домой. Да нет уж, задержитесь, у нас завтра забой.
Не-не-не-не-не. Давайте-давайте. Как-нибудь сами, ребята. Ну, да давайте там. Сами. Да ну что вы что, оставайтесь нет, с нами. У меня нет опыта практики. Оставайся, мальчик, с нами. Саня, закрывай дверь, да. Забирай. Не выпускай. Вот это подарочки. Слушайте, это будет у нас целое отделение в морозилке. Вот такие угощения. Короче, мы снабжены кроличьим мясом на долгое время. Эх, подсадит нас Александр, я чувствую, на кролика. Столько кролика привез, однозначно мы научимся его и готовить, и кушать. Самодельная, апельсиновая. Кто бы что ни говорил. Хендмейд, Саш. Да. Ну что, детей собираем? Пеленку постелить? Собираем. Правильно. Дети, готовьтесь. Новый так, дом. Так, приезжаю. Клетка. Температура, ну, вот 20 не пускай, да? 24 лучше. Ну, 24. Корм положили. Да. Вода. Витамины, что-то еще для начала. Сейчас вроде бы все они уже пропили в основном. Угу. А так, если короткие инструкции, сейчас можно витомчиком давать. Угу. Очень хорошо. И кальций борглюконат, витамин D для ног. Все. И пока в клеточке посидят, потеплело, да. Уже тогда ты постепенно. Кальций сейчас тоже дай. Постепенно тогда уже. Кальций сейчас надо, кальций, да? Кальций, да, и витамин D. А, тоже. С собой ты имеешь в виду? Я все дам, все дам. А ну, как? С какого яруса? С какого? Со второго. Со второго или с верхнего? Так, Саша, ну что? На сколько штук ты готов? Десяточек? 15? Ну, коробочек, сейчас посмотрим, чтобы им свободно было. Ну что, малыши, к опытному хозяину едете, не переживайте. Опа, 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 он к тебе решил, да, сразу, смотри, в руки. Да, смотри, ко мне сразу. Так. Жулики, они летают, оказывается, так хорошо. Еще как, когда маленькие летают, когда становятся очень тяжелыми, уже нет. Сколько? Не знаю. Это и науке неизвестно. 2, 4, 6. Я посчитал, 6? Три раза положу. Точно. Лен, разных давать, больших и маленьких. Да, потому что у нас есть подозрение все-таки, что самки в этом возрасте большие. Да? А самцы маленькие. А-а-а. И потом перегоняют, да? Ага. Вот посмотрим. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Он прыгает к тебе в руки. Тогда 9, как некоторые говорят. Что, нечетно надо? А я не знаю. Тогда... Вот. Уже взял, чувак. Ну, кладь, тогда клади. Все. Десятка. Вообще, опа. Это называется вот так вот затянут куда-нибудь в очередную такую... Авантюру. Авантюру, стезю. Ну. Саша, а вот ты вот кроликов нам привез, мы их напробуемся. Захотим тоже разводить, понимаешь? Это и тоже же замануха, понимаешь, еще так. Ну посмотри, нормальные все. Ну-ка давай посмотрим. Да отлично. Прошу вас, простите большими. Спасибо. Открывайте дверь, я помчался домой. Марина, жди меня. Папа с мамой, смотрите. Детки ваши все на месте, все пристегнуты. Да, хорошо. Ку-ку. Тимой зайки сидят. Тивкают, как они там. Саша, как хорошо, что ты к нам приезжаешь. А, приезжай еще, а? Мы хоть немножко отдохнули. Нет, с тобой. Нет, в следующий раз поездка к нам. Так, да? Что, ребята, ждем гостя, также с камерами, только теперь в гостях у меня дома. В гостях у дяди Саши. Всем пока. Пока. Он уехал, но он обещал вернуться. На его канале мы увидимся с Александром снова. Ссылочка в описании под роликом. К нам приехал, к нам приехал дядя Саша, дорогой. Пусть угадывает, что. Действительно, как в телевизоре, правда, смотришь на него и не веришь.
как телевизоры. Похож. Похож, вообще наглухо похож. Алло. Сая, привет. Здорово. Санька, ты дома сейчас? А кто это? А кто это? Это Александр. Александр? Да. Александр Невский? Александр, он тупит, блин. Погоди еще раз. Надо говорить было, что... Что говорить? Ты говоришь, я тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю, а кто это звонил? Ты говоришь, я тупит. Саша, вот дураком ты же быть. Это, блин, вообще... Давай еще раз. Идиот, а.